Всем привет! В этом видео я расскажу о новом событии «Мир за рамками холста» и о наградах за него, а также о камнях истока, которые можно получить на халяву. Ну и вступайте в нашу группу ВК! Всем приятного просмотра! Во-первых, 900 камней истока мы получили на халяву за технические работы. Обычно нам выдавали по 600. Также сегодня утром нам выдали промокод на 60 камней истока, который я оставила для вас в описании к видео. Поэтому заходите, копируйте и пользуйтесь. Что касается события, оно пройдет с 1 по 11 апреля. Условия для участия следующие. Ранг приключений 30 и выше. А также необходимо выполнить задание «Побег с острова Рита». Что представляет из себя это событие? Вам необходимо экипировать фотокамеру, и каждый день на протяжении 7 дней будет доступно по 2 новых места для съемки. От вас требуется просто делать снимки в соответствии с заданными условиями. В награду, как обычно, мы получим 420 камней истока в сумме, а также книжки с опытом и мору. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!